Британская компания Sapsea Craft на выставке DSEI 2023 в Лондоне представляет скоростной катер Victa. Его особенность в том, что он может нырять под воду, выполняя функции подводной лодки. В отличие от других лодок, концепция Victa сочетает в себе быстроходный надводный корабль и подводный аппарат в пределах одной платформы. Катер погружается под воду и может преодолевать некоторое расстояние по типу подводной лодки. Скоростной катер, который может передвигаться и под водой, необходим для быстрой и незаметной доставки боевых пловцов на территорию противника. Это менее рискованно для жизни военных и безопасности миссии. Victa рассчитан на перевозку 8 бойцов с экипировкой. Когда катер находится на воде, он развивает скорость более 55,6 км в час, преодолевая до 463 км. Под водой Victa сможет передвигаться со скоростью до 14,8 км в час на расстояние до 46,3 км. Чтобы превратиться из катера в подводную лодку, аппарату требуется всего 2 минуты. Корпус Victa выполнен из углеродных композиционных материалов. Чтобы передвигаться по воде, он использует двигатель мощностью 725 лошадиных сил, а в подводном – два электромотора, каждый мощностью 20 кВт. Контроль глубины погружения катер осуществляет помощью 4 горизонтальных винтов. Катер свободно помещается в стандартный гражданский морской контейнер и может перемещаться транспортными вертолетами «Чинук» и военно-транспортной авиацией.